Друзья, всем привет! Канал Карима Проверь, канал обо всем. Сегодня я расскажу вам про елочные игрушки. Елочные игрушки, изготовленные во времена СССР. Эти елочные игрушки для миниатюрной елки. Когда не было возможности поставить большую елку, а отпраздновать новогодние праздники хотелось. Хотелось, чтобы дома была елочка. Приобретали миниатюрные елки. Это можно было поставить дома, в общежитии. Значит, и на работе тоже большую елку не поставить на рабочем месте, а вот на столе могли присутствовать елки. Давайте посмотрим. Это пластмасса. Вот у нас морковки. 4 штуки. Так, елочная шишка зеленая, 1 штука, синий, ракушка, витая, 1 штука, лимончик, если посмотреть, 1 штука. Интересная елочная игрушка, лапоть, а в лапте находится мишутка. Маленький грибочек, мухоморчик, чайничек маленький, тыковка и Дедушка Мороз. Обалдеть. Так. Двенадцать штучек. Друзья, напоминаю, канал Карим Проверь, канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Будьте с нами. Большое вам спасибо.